Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Киви в прямом эфире, ёпта. Че я? Only. Ой, блядь. Куда эта хуйня? А может ты поменьшишь пока? Ебой. Жить фраерами. Здравствуйте. Дэнни Хаксель. Дэнни Хакер. Я сейчас как метросексуал, телефон ногами будет. Что закрутить? Специально. Не, мы гуляем, брат, по центру, решили вот закрутиться. Пожрали это. Зашли. Мой старый дворик, дворик детства, бля, я называл сказку, кстати. И, блядь. Блядь, так все охуенно сделали. Что нам бумажка не было. Тут раньше, короче, даже дороги не было. Тут просто была, короче, это... просто грязь была, да. А вот с этого гаража мы зимой, короче, в ту сторону, короче, прыгали, типа там сугроб. Да, оставили мелкие тут сальту хуярили. Ну, хотя бы так. Да, хуя ты ножницы с собой взял? Ебой. Как батл с Микси? Да заебись, я думаю, сегодня как бы вероятно, что вы его увидите. Сегодня-завтра. Артур Спартак весь всегда тут как тут. Колян мудак. Че? Колян. Че? КПТ там, да, мы втроем и Борис. Брат, а может ты свисток сделаешь? Ебой. Вот, блядь. Слышишь, пидорасни, техник там начинает. Не будите спящий групп, слышал? Никогда такого не слышал. Доброго дня, брат. Делаем грязь, брат. Делаем стиль. Сегодня, кстати, какой сегодня? Вторник, да, или что-то? Да. Так, вот этого фраера мы сейчас, блядь. Упс, нет пидора больше. Германии, привет, брат, ебой, не будите спящих, один из них... В Беларуси косяком сидел. Хацкель. Свои темы. Бабуля сбежала, да, от нас. Все. Косяк, конечно, брат. Ну, мы так гуляем тут в центре, знаешь. Ну, говорю, пожрали и чисто этот закрутился чисто. Ну, пацаны ни при чем, тут только я. Как тебе прям наших с Уругваем? I'm not surprised, motherfuckers. Сучки не дают, они с вами. Именно, брат. Именно, брат. Ну, это, кстати, вот это, кстати, тот дом, короче, вот этот подъезд, ну, только с другой стороны, это там, где вообще первый раз травку покурил, короче, мелкий. Мы где-то тут жил, короче, лось, чувак такой, мы к нему все время заходили, у него... Чувак жил на пару этажей нижнего, он шмали прибанчил. Все время заходим, и он, короче, этот... Да не, он тогда, блядь, ему еще знаете сколько лет? Ему еще лет 45 сейчас. Ты думаешь, он еще не хасил? Думаю, ну то, что он здесь не живет уже давно, это я точно знаю. Две курнуть или одну посидеть подумать? А Микси ровный, да, парень.
А куда батл выкинуть? Не знаю, а мы вообще это... Все-таки думаю, может, Оксимирону закинуть его, чтобы он выложил, он поддержал так этот батл, и там его эти операторы, как бы, и типа там. Счет, 5-0 в пользу Микси. И на самом деле там ничья просто, поэтому как бы. Поэтому так все на респекте. Это все. А батл, я говорю, сегодня или завтра, наверное. Там еще Дуни снял влог. Он, может быть, уже выложил или сегодня выложит. И что-то такое. Здравствуйте всем, да. Почему все со мной на «вы» начали? Потому что я, да, постарше такой стал. До встречи в Москве. Нет солнца. Но пока не до этого. Эта площадка была площадка «Обик». Не, шучу. Не, мы просто взяли, короче, у братухи там шашлычки собрались, закрылись и ебанули. Никакой площадки, никакой рекламы нам предлагали, да, вот рекламу продать там за 300 тысяч там или сколько-то, 10 секунд. Но мы с Микси решили, что пошли они нахуй, хоть, несмотря на то, что, в принципе, блядь, 150 тысяч тоже не помешало бы. Но, блядь, мы не такие продажные, понимаете? На полном серьезе. Ну, как бы, блядь, в следующий раз, да, не вопрос. Но в этот раз мы сказали, что мы сделаем бесплатно, как бы, и... Все на трущит. А, мой канал обновляй. Там будет точно. Да не, на самом деле, просто в ВК появится информация. Только идет какой-то японец. Ну, пока дойдет, мы уже скурим все, блядь. Да, Микс вообще красавчик. Я думал, даже никто с его сезона не ожидал, как бы, что он вообще как бы, ну, поедет батлить со мной. Да и что он согласится. Мы в центре. Я говорю, я тут вырос в районе Арбата, короче. Первый раз травку попробовал тут в падике рядом. Брат, я был в Волгограде, но если вы позовете, я еще раз приеду с удовольствием. Какие тряпки рвете с пацанами? Какие мы тряпки рвем с пацанами? Стильные, брат. Стильные тряпки. Гути тряпки, гути. Сколько лет Микси? Мы вообще, по-моему, 19 всего. Он вообще такой молодой и уже такой красавчик. Поэтому я говорю, у него все впереди, блядь. В 19 лет я еще даже, по-моему, трек не записал. Брат, ну как можно относиться к возвращению? Что значит возвращение Джонни Боя? Что значит возвращение? Когда-то он был, блядь, такой, типа, блядь, на респекте, ебать. Вот пусть он вернется в Версус. Вот да, Обик вызывает, нахуй, Джонни Боя. Здесь Джонни Бой, ты смотришь это. Как там Микси говорил? Короче, сейчас заканчиваю альбом, Джонни Бой, если не придешь, ты проиграл. Не, ну как бы... Ну, не, ну вот я бы, конечно, поугарал бы, блядь. Я бы побастал с Джонни Боем. Да, Джонни Бой обоссанный. Да, детишки, блядь. Да, ну что, детишки, все нормально. Кутузы это для детишек, я бы. Детишки заняты. Запах не пойдет, ты ешь? Вот я и думал об этом. Да нормально все, брат. Они так прожжут, да. Да не, я вообще в качалке так в последнее время мало, как бы. Но я как бы ее там хуярю так, что пиздец сразу, да. Псих. Ну, короче, я бы побаздал с Джонни Боем, но я уверен, он как бы сыкло такое же, как и был, блядь. Ну. Ты скажешь, блядь, ты кто, ебать? Блядь, я тот, кто, блядь, делал батлы, пока тебя не было.
Да, в спортивном падике тренируем легкие, да, это наш стиль. Вот мы вышли с пацанами, да, потренироваться чисто у этих, у спортивных этих снарядов. Джонни Бой паспорт получил? Че ему, 18 исполнилось? 18 исполнилось. Я в баскетбол еще не играю. О, щит. Тут же арбат можно. Неплохой баричек, ёпта. Все. Лиза жгалок, можешь подровнять? Ебать вы нахуй, духан какой. Там нахуй. Это после нас. Прошу прощения. Что это за Борис? Точно. Нашел. Ты что, не нашел? Да тряпки вообще оказались от Дольче & Габбана, братан. Весь двор нахуй спали. Короче, ебой, отключай.